В портретном искусстве важна не личность изображаемого, а, так сказать, исторический контекст, так сказать, который помещает в сознание художника. Поэтому, видите, вот на этой работе я представил свое натурщество в качестве некой спартанской амазонки. Что? Ну, положим, я действительно, конечно, немного в подпитии, но для настоящего художника это не имеет никакого значения. Это если какой-нибудь там комбайнер, когда выпьет, становится котом, а художник всегда остается художником. Поэтому, минуточка, вот сюда сейчас присядьте. Я вас сейчас, так сказать, увековечу. Что? Так, будь момента. Сейчас, что-то пришла. Ну что-то пришла, какие бабы, я говорю, работа такая.